Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Киш-Миш-Бай, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Fallout 4. В прошлой серии мы добрались до логова механиста, мы его победили всех его роботов, оказалось, что это вот Изабель Круз, и она не хотела она всего этого. Она хотела просто помочь Содружеству, а роботы типа не так поняли этот приказ, но мы это с вами и так знали. Нам про это сказала робот этот Джизель или Джизебель, я уже не помню. Давай с ней пообщаемся. Hey, да, давай, говори. Короче, отдала она свой костюм механиста. Мне он не нужен, но просто для коллекции заберу. Да, там много еще роботов на самом деле. Мы с ними еще будем встречаться. О, давай мы, кстати, пройдем этот квест. Давай. Я хочу со всеми ими разобраться. Хорошо. Прекрасно. Я не помню таких квестов, или я просто на них забивал, типа не проходил. Пройдем. Уничтожить роботов. Окей, хорошо. Так, теперь ты. Теперь надо с тобой пообщаться. Так ты со мной была, мы с тобой сражались. Ну да, по факту больше не могут. Ее больше нет. Так ты была рядом с этим, с диалогом, когда он происходил. По факту робомозги во всем виноваты. Неправильно просто поняли приказ и управляли этими обычными роботами неправильно тоже. She's good at heart. She made a mistake. A big one. She'll live with that guilt. I believe I have a certain understanding when it comes to guilt. While it's not the justice I had hoped for, it will suffice. Still, I now know that the death of my friends has brought about a safer commonwealth. Had the mechanist's robots remained unchecked, I'm certain that damage would have been extensive, halting, if not reversing, any progress that has been made here. With this knowledge, I am finally registering. Все модификации роботов были добавлены, когда, ну, ты видел, прошел этот квест. О, дали, кстати, мне супер-ачивку, это наведение порядка. Выполнить квест наведение порядка, как не тавтологично бы это звучало. Так, это что? Это, кстати, ее робот-помощник. Вот точно так же выглядел этот ЕД из других частей. Мы это заберем, изображение механиста. Что оно даст? А, это ее типа прототип? Ну, заберем тоже. Журнал механиста. Тайник с крышками заберем, журнал механиста тоже возьмем. Если что, мы ее не грабим. Это можно брать, все нормально. У меня вот 700 патронов осталось, я неплохо так потратил патроны здесь. Кстати... Надо с ней пообщаться, я, насколько помню, ее вроде как можно отсюда переселить, ну, в какое-то из своих поселений отправить. Или для этого нужно пройти вот эти квесты, надо так припомнить. Да, я знаю, да. Мы все ошибаемся, да. А, подожди, так она типа... Тут же мое поселение, нет? Блин, не могу я здесь запустить этот... Сейчас давай посмотрим, что здесь еще есть. Вот этот лифт, который сюда бы нас привез, благодаря которому удалось бы все это избежать. Но не нашел я того, что мне нужно было. К сожалению, не нашел. Так, предохранители заберем. О, крышка нужна. Ящик с инструментами также откроем. Сейчас пойдем Кюри возьмем в напарники. Я хочу... Вот это заберем. Хочу взять Кюри, пускай она бегает со мной.
Где ядерный мини-заряд? Ага, окей, давай сюда. Схема фонаря. Прикольно, но налобный фонарь. Я что-то не помню такой истории про налобный фонарь. Можно теперь создавать налобный фонарь. Вообще впервые так вот схему какую-то нахожу. Я до этого никогда на них внимания не обращал, может быть. Так, а где я могу ее создать? Здесь? Или где? Нет. А, подожди, может это надо делать... Я сейчас еще эту штуку заметил. Может это... Ладно, это не важно, это не важно. Мы можем отсюда уйти, а я хочу для начала еще Изабель переселить из этой местности. Нужно, чтобы она просто сюда пришла, потому что здесь я вроде как верста где-то можно запустить. Где он? Где-то есть, ну, типа мастерская, которую можно использовать. Во, видишь? Я зашел в этот режим. И, блин. А, ну да, все, тут только здесь где-то что-то можно строить, а дальше туда не зайдешь. К сожалению. Ладно. То есть, если она сюда выйдет, я смогу ее достать. Это слишком долго с ней мучиться. Пускай она пока здесь посидит. Я потом как-нибудь заскочу сюда вне серии и попробую ее вывести. Их можно больше не обыскивать. Я уже их... Ну, по сути, все модификации я получил. Это лифт, чтобы прям... Ну, придется возвращаться далеко. Мы сейчас пойдем более короткой дорогой. Я просто заберу все. Все, что мне нужно. А хотя... Может и нет. Подожди, давай посмотрим. Я не помню, ездил ли я на этом лифте, не ездил. Куда меня сейчас отправят вообще? Дай вот эту мне штуку лучше в руки. Что у меня по загруженности еще с собой? 370, я могу поднять, 298 несу, окей. Сейчас тогда в Сенчури скидываем хлам, меняем напарников и дальше. Дальше путешествуем. Дальше будем уничтожать этих роботов. Где мы? А, вот, мы на выходе. Все, то есть это типа быстрый такой выход, туда достаточно. Чудо-клей заберем. Что еще здесь можно забрать? Ну и все. Да? Да. На выход. На выход в Содружество. Какие квесты будем проходить? Меня до сих пор не покидает мысль раздобыть этот шлем себе у Штурматрона. Может быть, я сейчас буду проходить квесты по уничтожению этих оставшихся роботов. Где-нибудь я наткнусь на ржавых дьяволов и смогу его достать. И, кстати, не в первый раз у меня вот такая погоня за этим шлемом. Несколько прошлых прохождений тоже. Ну, это редкая штука, и редко она когда мне попадалась. Но я ее хочу. И я прям заморачивался раньше, чтобы ее достать. Что у нас в замке происходит? У нас в замке уже, кстати, полно народу. 10 человек, офигеть. 50% счастья. Но это учитывая, что у них там ни еды, ничего нету. У меня в Сенчуре уже 18 человек. Пускай растет. Скоро придется броню поднимать уровень защиты. Видишь, у него сейчас броня... Это тоже не прикольная каска, но мне не нравится. А там каска прям Штурматрона. Вообще огонь выглядит. Но это не то. И вот эта броня у них, она только прочнее металлической брони. Но у меня уже боевая, так что она не прочнее боевой. Боевая лучше. Боевая типа самая лучшая, что здесь есть. Так, торговец есть на месте. Давай хлам сохраним. Ой, нет, мне не так надо было, не на туда нажал. Подробнее и сохранить весь хлам. Окей. И лишнее тоже сейчас продадим. Давай, давай, обмен. А что я собрался? А, у тебя только 300 этих. 300 штучек всего лишь. Ладно, пока не буду я с тобой тоже сильно долго заморачиваться. Надо у Ады забрать шмотки. А, у нее ничего и нету. Все, сейчас лишнее скинем и прямо в путь. Прямо в путь, не будем мы долго здесь сейчас задерживаться. Это сюда.
Окей. Так, мне осталось теперь найти Кюри. Я ее вроде как направлял на вот эти вот работы. Она где-то тут должна быть. Пайпер тут, ты тут. Я вроде на эти мотофрукты ее отправлял, нет? Надо их, кстати, собрать, раз мы уже сюда зашли. Я вижу, тут какие-то позрели. Мы их сейчас соберем. Беда в том, что их никто не обрабатывает, походу. Вот так вот, вот так вот. Все, хватит. Ладно, проще созвать весь лагерь сюда. Есть у меня смутное подозрение, что я проебался. Мест 18, а сколько людей 18? Она не могла здесь остаться. Она здесь не осталась, потому что здесь нет мест. Она ушла куда-то в другое место. Ну, она отправилась дальше. Сука. Мне надо добавить мест, чтобы сюда могли опять дальше приходить люди. Соответственно, и Кюри здесь тоже не осталась. Она, скорее всего, в этом... вернулась в убежище, где я ее изначально взял. Плохо. Сейчас опять придется ее искать. Я добавлю ей мест, и может быть получится так, что она сюда придет по умолчанию. Давай в нашем доме тоже людей поселим. А, так здесь уже есть кровать. И здесь есть кровать. Слушай, я уже это... А, где? Ну, следующий дом давай занимать. Надо просто построить комплекс такой функциональный. Я обычно строил один комплекс большой, высокий, и там прям много места было. А, и здесь есть кровать уже. Ёпт. А где их нет? Так, ладно, давай поставим, короче, до 30 человек. 30 мест, все, хватит на одну локацию. 30 работников более чем. Потом я буду уже разбираться со всем вот этим вот устройством здесь. И видишь, я приличные кровати им ставлю. Так, 26 уже мест. Еще 4 где-нибудь припихнуть надо. Давай в этом доме. А в этом доме, наверное, никого и нет. Да. В этом доме вообще никаких нет кроватей. Я буду стройку делать такую масштабную, ну, тоже без записи, потому что это будет прям долго. И, ну, я просто знаю, как это все происходит. Все, вот хватит им столько. Так, хорошо, какие у меня предположения, где сейчас может быть Кюри? Она вряд ли сюда сейчас вернется. Она, скорее всего, уже в убежище этом стандартном. Мы сейчас ее пойдем попробуем найти. Если не найдем, тогда просто пойдем дальше по квестам с Адой. Но через пару там в следующей или через серию вернемся сюда. И она, скорее всего, уже здесь объявится, потому что я добавил мест, где можно жить. Соответственно, есть уже место, где она может остаться. И, скорее всего, это так и произойдет. Ну, это я просто предполагаю. Я не уверен на все 100%, скорее всего, это так и должно сработать. И только я сейчас понял, что я по факту собрал большое количество клея, большое количество материала для изготовления клея, а мне оно уже не нужно. У меня все оружие почти прокачано. Мне реально сейчас нечего вкачивать. Ну, то есть, я уже дошел до той точки, когда оружие вкачано почти на максимум. Все, нету здесь других пушек. И дальше вкачивать особо нечего. То есть у лазерной винтовки осталось только там одно улучшение или два. У снайперки вообще все закончилось. Посмотрим, может мне повезет и Кюри будет здесь. Это из-за того, что лагерь просто... Ой, лагерь. Маяк работал. Маяк по поиску беженцев, поэтому они всегда приходили, пока мест не упирались в количество мест.
Сейчас их будет 30. То есть скоро их станет 30 человек, и все, на этом я остановлюсь. Для одного поселения более чем достаточно 30 человек. Надо будет в коммуну тогда развивать. Так, туда. Она вроде как должна где-то быть возле лазарета. Или я же... А вот он. Ну, слушай, я же говорил. Видишь, логика есть. Да, путешествуем дальше вместе. Так, а Аду в Century Hills. Там будет ей место. Окей. Отлично, так, все, хорошо. Кюри снова с нами. У нее, кстати, уже мало патронов осталось, я помню. Надо сбегать здесь к торговцу, посмотреть, что у них по патронам есть. Я помню, у них крутые здесь есть доспехи, но они стоят офигенных денег. Да, так ты мне что-нибудь отдай, пожалуйста. Но у нее стоит... слушай, оружие все, всего лишь этот. 11 и 11 тысяч, ну это с ума сойти можно. Уменьшение расхода ОД в ватс и уменьшение урона неподвижности. Не. Как-то у нее мало всего осталось, я не помню, чтобы я так много всего купил. Ладно, уходим. Нет, так нет, хотя бы Кюри нашли. Хотя бы мое предположение поэтому было верным. Поэтому оно, кстати, и убегало тогда из Сенчури. Помнишь, когда в прошлый раз я ее догонял? Именно из-за этого. Где она? Кюри должна быть со мной, по идее, нет? Ну, мы сейчас выйдем с локации, она по-любому к нам телепортируется. Ну, а вот она. Че, попрыгаешь? Что по заданиям, кстати? Что там у нас? Вот, по заданиям. Двинули. Да, вы нашли целый отсек убежища. Кстати, это можно там расчистить, увеличить жилое пространство. Почему нет? Запчасти взять. У них большие проблемы с запчастями были. Запчасти можно тоже взять. Это типа вечер на улице такой свет, знаешь, типа закат. Я на это тоже внимания не обращал. Тут разный свет обычно. Да, наверное. Наверное, когда ночь на дворе, здесь не светит ничего. Прикольно. Интересно, конечно. Я вообще никогда на это не смотрел. О, Ада. Чеши в Сенчуре. Она просто так не спеша будет туда добираться, так что скоро она появится там. Что у нас по карте? А, так они рядом совсем. Раз-два. И что? Где еще? И третий где-то. Пошли здесь совсем близко. Вон, 100 метров. Не, Ада, пока не хочу. Нам нужно... я хочу пока с Кюри попутешествовать. Эти тоже рядом. О, это вот пошла как раз-таки заварушка. Пускай они пока между собой поразбираются. Там кто-то серьезный, скорее всего, супермутанты. Хорош. А с кем они сражаются? А, ё-моё, это братство стали. Ну, блин, хана, короче, братство стали. Черт. Надеюсь, он немножко хотя бы ему... ХП подпортил. Так, 30 метров еще. О, смотри, прям силовые брони десантировали. Круто. Это типа из-за того, что здесь их отряд убили. Я сейчас могу даже их трупы, скорее всего, найти. А не, это рейдер какой-то. Зачем я это все взял? Это еще рейдеры стар. Так, выполнено. Вот это выполнил уже. Не, ну здесь точно где-то должны быть остатки братства стали. Нет? Нету? Нам чисто случайно Ада помогла тут немножко их поуничтожать. Мимо проходила. Здорово. Конечно, приходилось. В самом начале игры. Так, с этими разобрались. А, так мы со всеми разобрались. Прикол. А ты кто?
А, крикет. Давай посмотрим, что у нее, кстати, есть в продаже. Показывай. Так как рекламируешь каждый раз. Так уж и быть, посмотрю. Неинтересно пока. Ну, не скажу, что у нее прям что-то супер такое, прям вау. Конечно, вкачанные неплохо эти вот. Но это снайперский ствол, он уменьшает количество зарядов. О, яростный силовой кастет, это я и продал, походу, его. Хлам. Ну и все, короче. До свидули-дули. Так, хорошо, мы с этим заданием покончили. Надо следующее брать тогда. А, с рыцарем. Не хочу это пока делать. Давай вот это посмотрим, что с этим можно сделать. Попробуем отправиться. Ого, недалеко. Давай своими ногами до туда дойдем. Как раз подкрываем в этом направлении немножко локаций. Потому что нам скоро будет, ну, туда двигаться нужно. Я не хочу у них забирать еду, если честно. Я хочу как-то попробовать с этим разобраться. Черный прям дуть. Какой-то типа крутой, да? Да, господи, когда же ты умрешь? Да, я возьму другую пушку. Кстати, я заметил, что слишком много уже потрачиваю немножко патронов. Надо взять какие-нибудь пока другие. О, сейф. Очень сложно. Я только не могу открыть. Ты чё? Старые добрые ротарканы. О, укрепленный снайперский карабин, неплохо. Пускай будет. На халяву как бы заберу. Покупать бы не стало, вот на халяву заберу. Удачно мы зашли здесь, так много барахла нужного. На самом деле. Ты чё, обезьяна? О, еще и пистолет, окей. Так, двинули дальше. Начинается опять, вот начинается всякое вот это вот. Может, ей, кстати, 10-миллиметровый пистолет отдать? У меня на нее сколько там патронов? 700. Мне скоро закончится просто вот этот бластер чужих, и нужно будет что-то думать. Нужно будет как-то вот это все делать, решать, ее как-то вооружать, потому что она в рукопашку голимо пойдет. Или дать ей какое-нибудь оружие ближнего боя. Тесак какой-нибудь, пускай с ним махается. Но толку от нее вообще тогда не будет никакого. Странная локация, мне казалось, что там кто-нибудь должен быть. Я впереди вижу звездочку какую-то. Очень похожа на какой-нибудь типа базу военную, нет? Пошли посмотрим. Она как раз по пути, так что мы туда заглянем. Огни какие-то горят. Там, значит, кто-то есть. Скорее всего, стрелки будут. Ну, обычно они всякие военные базы занимают. Тихо. Блин, это супермутанты. Получится, не получится, интересно. Получилось. Отлично. Просто замечательно. Один выстрел и один ядерный взрыв. Да и меня еще и не спалили при всем при этом. Они такие подумали, ну, наверное, этот шизанутый опять. Ого. А, нет, это не силовая броня. Они, наверное, подумали, ну, этот шизанутый опять кого-нибудь взорвал, да? Где он?
Блин, рано нажал. Чисто палец дернулся. Да черт тебя подери. Интересно, я добью отсюда? Ну, вряд ли. О, попал. А, все, у Кири закончились патроны. Знаешь что? Я решил, короче, просто до супермутантов пойти в этот с ножом в рукопашку и порезал их, все. Блин, ну как он так попадает, а? Они ж корявые. Так, она нашла какой-то лазерный карабин. Хорошо, отлично. Да, чё ж ты промазал? Да, блин. Это вот моя ошибка в том, что я пытался попасть в голову. Так, ладно, разобрались. Нашел. Еще много чего интересного нашел. Осколочная граната вообще хорошо. Пирс береговой охраны. Окей. И здесь были супермутанты. Странно. Это было глупо, конечно, кидаться на них с ножом, но мне просто так хотелось. Я рад, что Кюри опять с лазерным карабином бегает, потому что у меня нет патронов пока особо, чтобы ее снабжать ими. Ого, тут что? Бля, очень сложно, да? А нет, терминал охраны, а это? Просто сложно. У меня нет доступа к этому. Давай посмотрим, что мне, кстати, по хакеру. Может, я сейчас смогу вкачать? Так, вот хакер, да? Сложные терминалы. Вкачиваем. Типа, следующий уровень уже будет очень сложный. Ой, не то нажал. Здесь та же самая история. Хоть цифры больше символов, это тупо на шару делается, и все. Интересно, а Кюри умеет взламывать замки? Давай проверим сейчас. Heads up. Check it out. Ты не можешь ее взломать? Take a look. Да, она не может. Она не умеет взламывать их. Блин, надо было Аду брать. Аду бы взломала. Ну, будем сами тогда, ничего страшного. Что там, одно совпадение, это, ой, не хочу даже вычислять. Три сходства целых. Здесь Т совпадает, Е совпадает. Одно сходство. Ну, скорее всего, здесь... R есть, T есть. Ба, бля, это вообще ерунда на самом деле, все. Три, все, давай дальше. Мне никогда не получалось вот прям по вычислениям так делать. Тупо на шару. Черт, я неправильно это сделал. Через какое-то время это можно опять сделать, если что. Ай, блин. А туда мне зачем? А там журнал лежит. Ну, конечно, нужно. Я случайно четвертый раз нажал. Он через какое-то время, типа, сбросится, насколько я знаю. Да, блин. Yes. Урон при стрельбе из оружия с оптическим прицелом 5% выше. Хорошо, это для снайперки полезно. Это будет полезно очень для снайперки. Давай, кстати, поспим. Слушай, спать, кровать, 8 вечера, нам часов 12 поспать до 8 утра. Будет вообще отлично. И, наверное, даже терминал за счет за это время сбросится, перезагрузится. Вот это план капкан, да?
Мы все зачистили, никого здесь быть не должно. Почему бы в комнате, закрывающейся на замок, не поспать? А что заряда бодрости нет? О, видишь, опять можно. Я же говорил, что он сбрасывается. Ноль сходства. Вот это значит не подойдет, потому что Е совпадает. Тут что совпадает? Б есть, не совпадает, не попадет. Вот это Е есть, не совпадет. Опять же Е есть, тоже Е есть. И здесь есть Е. И здесь, и здесь. А вот здесь тоже есть Е. Подожди, тут во всех словах есть Е. Как это ноль сходств? Так, раз слово с Е. Угу. Я найду сейчас слово без Е и его нажму. Ага. А вот оно. Nice. Отлично. Вот и все. Состояние закрыто. Отлично. Отлично. Ну что, я надеюсь, мы здесь что-нибудь хорошее найдем, да? Уже неплохо. Бафауты. Не знаю, что это такое, но я его продам. Сотка патронов для дробовика. Ну, почти. И два сейфа закрытые, да? Ничего, сейчас тоже взломаем. Прям как-то очень много какого-то вот этого бафаута здесь есть. Так, легкий. Давай взламывать. Блин. Есть. Хорошо, хорошо. А вот этот сложный. Это прям какой-то клондайк, серьезно. Дверь сразу сложная была, потом два сейфа, легкие сложные. Очень такое прикольное место. Я такого тоже часто уже давно не встречал. Можно, кстати, в Форт Хаген наведаться. Помнишь, там был терминал сложный? Или там очень сложный он был? Там можно Аду с собой взять и туда просто прогуляться, забрать, что там было. О, дали уровень. Отлично, спасибо. Все? Все, закончили. Хорошо. На первом этаже закончили, пошли на второй. На втором этаже сейчас опять какой-нибудь тайник. Нет? О, вентилятор. Еще один сейф, да ё-моё. Не хочу даже слушать его голозапись. Она вообще никак не связана с сюжетом. Это просто такое отвлечение внимания. Да, блин. Шпилек вообще много. Куча шпилек, поэтому можно не париться. Забери фуражку. Еще одну фуражку забери, я потом кому-нибудь нарежу фуражку. Будут, по-любому у меня будет какое-нибудь поселение на берегу, и я нарежу их всех в фуражки. Так, окей, здесь мы закончили. Куда мы вообще шли? Слушай, а, мы же квест выполняли. Точно, мы же пытались выполнить квест. Ой, замок, еще здесь закрытый. Слушай, сколько здесь замков есть, а? Три сейфа на одной локации. Ну, ловушка на двери, окей. Причем гладкоствольный, причем она в меня даже не попала. Странно, хотя я стоял прям за ним. Кто-то очень хотел сильно охранять клей. Я понимаю, ценный ресурс, но прям настолько, чтобы... Еще и мина, еще и вторая. Но я проскочил их. Ну, Кюри тоже в порядке. Все, хорошо. Фонарик выключу, нам-то сейчас он не нужен. Мы двигаемся дальше. Этот мост, кстати, там вон Форт Хаген, нет? Нет там какая-то вон... А нет, это не тот мост. А что это? Я хочу посмотреть. Мы ж не должны умереть, если прыгнем в воду с такой высоты. Не умерли, отлично. Логика меня моя не подвела. Да я лучше пушку помощнее достану. Радиостанция. Я хочу ее посмотреть. Я как-то что-то подобное встречал в прошлых играх.
Типа, ее вроде как можно развернуть, она будет усиливать какие-то сигналы, и можно даже какой-нибудь квест с этого найти. Мы сейчас, вот эта серия... О! О, ты здесь живешь! Hey there. Прикольно, здесь кто-то есть. А, хорошо, ты не говоришь, окей. Ну, здесь нельзя ничего брать, они расстроятся. Во! Yes. What do you want me to do about it? Those super mutants would kill me in seconds. Вообще не понимаю, что между ними какой-то диалог очень странный происходит. Excuse me. Rex sounds like he's gotten himself into trouble again. Вот теперь ты хочешь со мной поговорить, окей. Ну давай спросим. Mount a rescue, of course. Ну, разумеется, блядь. Да ты, блядь, поговорить со мной сможешь или нет, сука? Стань ты на месте, блядь, постой. Блядь, конченый. Сука, он бесит меня, блядь. Ну, сейчас, подождите, пускай он где-нибудь сядет. Он куда-то целенаправленно просто чешет, блин. Вот, все, сейчас сядет, и мы с ним поговорим. Ты сюда шел, на этот стул, блядь, да? Я хочу, чтобы они мне за это заплатили, а не просто так, блядь, сходили. А, весь диалог, ясно. Пошли вы нахуй. Все, идите в жопу, блядь. Я еще квест какой-то с них взял. Я хотел что-то поинтереснее здесь найти, а не вот этого шизика, блядь. Может, на крышу можно как-то заехать? Ай, все, и пошли не лесом. Двигаем дальше по своему квесту. Кюри, погнали. Слушай, мы с ней реально похожи на какой-то боевой отряд Братства Стали, потому что мы оба с винтовками лазерными, мы оба в костюмах. Ух, блядь! Оба в этих костюмах. Братство Стали. Не должен он так делать. О, подожди, а кто там? Достань ты винтовку, пожалуйста. Так, один патрон, кстати, надо перезарядить. Это рейдер, походу. Походу, дело это рейдер. Да. О, это ржавый дьявол. Значит, ну здесь где-то логово должно быть, раз он тут гуляет. Жалко без каски. Еще есть кто-нибудь из них? Да, есть. Черт, за спиной. Так, без каски. Ой-ой-ой-ой-ой, робот-охранник, это плохо. Этот тоже без каски. Ладно, давай с ними так разберемся. Ты всех троих хлопнул, отлично. Ой, и сюда чешет еще и Братство Стали нам помогать. Жалко, что не без каски. По ком стреляют? Надо потом пойти все обыскать, конечно же. Твою мать. А, подожди, стой, я не буду с ним воевать. Может, он проедет? Пускай идет рубиться с Братством Стали. Тихо, тихо, брат. Спокойно. Блять. Отойди! Ага, видишь, она уже с рукопашкой идет сражаться, у меня закончились патроны. Черт, вот сейчас я умру. Легендарный рейдер. Ого. О, еще и мутировал. Офигеть, ты смотри, сколько он в броне. Все? Интересно, вот попутешествуешь так, знаешь, по пустошам и много чего интересного видишь, да? Где этот кучка пепла? Что у него было за броня? Кожаная, кожаная. Нет, это не тот. Это не тот рейдер. Где легендарный? Вот эта кучка пепла легендарный был. Да.
Так, он в бою для правой ноги и для туловища. Офигеть. Отлично. Хорошее, кстати, это. Его надо прокачать и носить. Так, ладно, мы здесь вроде как что, закончили, да? Типа. То есть ржавых дьяволов можно просто так встречать в содружестве. Не обязательно прям нападать на их логово, чтобы с ним. Здесь где-то супермутанты. Вот это, кстати, отличительная черта супермутантов. Пойдем проверять логово их. И здесь рядом какое-то убежище есть, вон шестеренка висит. Надо сходить посмотреть, значит. Привет. Блять, это плохо. Кири, ты жива? Кири, все нормально? Я как-то очень стал неаккуратно в последнее время все эти залазить в перестрелки, ну ничего страшного. Ой, бля, ты еще такой, ты толстый. Надо Кири поднять, пускай она мне помогает в перестрелке. Прям шею ей. Ой, охотничий карабин, ничего себе. Они там где-то, они где-то внутри тусуются. Угу. Кири даже нашла где. Проходим, проходим, давай. Черт. О, она опять в рукопашку полезла. Все? Вот и все, отлично, отлично. Что у тебя было? А, у него был супермолот, и нифига себе. Он реально во всем лучше, чем мой. Кроме урона. Это надо просто поменять эту штуку и все. Ну, вернее, снять. Блять. Снять все улучшения, поставить на праведного властелина этого. Потому что праведный властелин, он же еще дает там бонус какой-то. Он же не просто типа, это же легендарное оружие, там есть какой-то бонус урона. Хватит с этой палкой бегать. Возьми нормальное оружие, у тебя есть. У тебя есть лазерный карабин, что ты мне тут голову дуришь? О, лохмотья супермутанта тоже заберем. Видишь, уже стала попадаться почти одна боевая броня, просто из-за того, что уровень поднялся. И все, здесь такая логика и есть. Блять, вот было бы прикольно, если бы с первого раза, да? Сложный замок. Блять, чуть сломал эту шпильку, сейчас заново выставляться. Заново ловить момент. Да не, не этот момент, вот этот. Да черт, тоже нет, значит этот. Вот так вот. Вот и словили. А что у меня по уровню? У меня, я уже давно уровень не вкачал никакой. Знаешь, что я хочу вкачать? Я хочу, чтобы мы больше всего интересного находили в ящиках. Вот это, типа, вот это надо вкачать. Или может вкачать, типа, командос. Или что-нибудь. Неавтоматический карабин наносит на 20% больше урона. Это, кстати, вот как у меня праведный властелин. Давай вкачаем, пускай он больше урона наносит. Что еще есть из оружия? Что есть еще из оружия? Вот это что у нас? Не автоматические пистолеты. Нет, у меня таких, я им не пользуюсь. Ну, только 10-миллиметровые. Может, еще раз? Где-то здесь такой же бонус должен быть про энергооружие. Это не наука. Мне 28-й, кстати, нужен. И в следующем уровне я смогу вкачать 28-й. Это что? Оружие, хрясь. Не то, не то. Снайпер. Прикольно. Но я тоже не могу, это прям нужно вкачать хорошенько те навыки. Может, харизму еще одну вкачнуть? Мне и так харизма, кстати, 10 сейчас получается. Но можно сделать еще больше. Она может быть максимум 12, типа. Это круто. Так, ладно. Давай мы сделаем что-нибудь, что нам поможет в реальном бою. Еще одну эту тогда вкачаем. Потому что лазерный вот этот все-таки карабин. Он, типа, я автоматическим делать его не буду. То есть на 40% сейчас больше урона будет приносить мои неавтоматические карабины, неавтоматическое оружие. Это хорошо. Двигай, да это иди, пожалуйста. Видишь, интересно даже просто исследовать локацию. Куда нам там дальше двигать? А, туда. Пошли посмотрим, что это за шестеренка. Это значит еще одно убежище. Я не помню, какое оно должно быть здесь.
Надо посмотреть. Я не вылезу, да, так? А, нет, вылез. Прекрасно. Хорошо, что не придется обходить. Да иди сюда. Да, блядь, не хочет, не пускает, все. Придется все-таки обходить. Гений ландшафтного дизайна. Сделали здесь такие буераки, по которым я не пройду. Блядь. Вот стопудово охраняют. Это вход в убежище так охраняется, скорее всего. Он далеко, кстати, от нас? Там же дальше светящееся море. Че оно? Там есть какое-то убежище? А это что? Не, знаешь, я пока тогда не пойду туда. Я не пойду к этому убежищему. Я когда пойду в светящееся море, тогда мы и проверим, что это за убежище. Потому что у меня сейчас ни силовой брони, ничего. Меня там радиация просто зажарит. Блять, надо у нее дрын этот забрать. Иди сюда. Отдай нахер. Ну вот, блядь, так-то лучше. Вот это совсем другое дело. Ходит с этим дрыном, как дурочка. Опа. Это защитная, защищенная штука. Там есть рабочий этот. Прожектор. Ну, давай взломать. Средний мы взломаем. Это несложно. Интересно, какой особый навык у Кюри? Типа, если Ник может замки взламывать, Аду я могу сделать вообще кем угодно. Жалко, Кюри нельзя так прокачать. Я бы ей установил модуль Хацкера. Пускай бы мне компы взламывало. Тихо, где-то что-то очнулось. Блять. Вот, про это я вообще не подумал, да? Ну, вернее, подумал, но не ожидал, что... О, он перегрелся, отлично. Пускай остывает. Хорошо услышал, представляешь, если бы он зажал меня в этом тесном пространстве. Мне бы хана пришла там. Все, разобрались. Ну что ж ты здесь такое охранял, интересно? Ну прям, слушай, реально позиция, чтобы охранять просто вот это добро. Все. Здесь же даже входа никакого нет. Это просто какой-то типа склад. И мы итого заберем деревяшку какую-то, патроны и крутую деревяшку, скажем так. Тут что? Ковшик. Спецгруз какой-то, прям супергруз. Он скоро упадет, блядь, сползет вниз. Мы, кстати, почти пришли. Что за вообще за квест я хочу выполнить, я не помню. А, с этим провиантом, точно. Квест с провиантом. Итого мы почти целую серию добираемся до места и очень много чего интересного по пути встретили. За это я люблю Fallout. Здесь можно залипнуть просто путешествуя по карте. Знаешь, что мы с тобой сейчас делаем? Мы... Вот этот квест уже оставим на следующую серию, потому что эта серия подошла к концу. Я надеюсь, что она тебе понравилась и было интересно. Ставь лайк, комментируй. Тихо. Кто? Что? Где? А, подожди. Сейчас. Вожак. Надо вожака высечь. Давно я, кстати, диких собак уже не встречал. А раньше они прям на каждом шагу были. Все, вот на этом моменте, да, мы закончим. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Следи за моим каналом. В следующей серии продолжим выполнение этого квеста и будем брать какой-нибудь следующий. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока, до свидания.